Лысенко и торговая марка «Скакмир». Сегодня я буду знакомить вас с нашей новой коллекцией, которая называется «Ticket to the Moon». Итак, как всегда, в нашу коллекцию входит набор эпоксидных наклеек, набор высечек, набор фишек. У нас есть чипборд, он есть англоязычный и русскоязычный. И, конечно же, у нас есть наборы бумаги в двух форматах. Это 20 на 20 сантиметров и 30 на 30 сантиметров. В наборе у нас 10 листов плотностью 190 грамм. Поскольку бумага как в маленьком, так и в большом наборе одинаковая, за исключением размера рисунка, показывать я вам буду в деталях на примере большого набора. Маленький, соответственно, откладываю в сторону. Итак, моя любимая упаковка, которую можно использовать повторно, и складывать сюда обрезки бумаги, которая у вас осталась после какого-то очередного проекта. Первый лист, такой вот красивый, называется «Исследователь». Здесь у нас вот такой вот чудик, такой вот летающий аппарат у него, синий с зелеными такими бежевыми, желтоватыми звездами. Вот. С обратной стороны вот такая вот яркая желтая и белая полоска. Следующий лист называется «Калейдоскоп». Такой вот он разноцветный, яркий, красивый. С обратной стороны вот такое вот небо и планета. Третий лист называется «Созвездие». Вот такого вот зеленого салатового цвета с желтыми рисунками и созвездиями. С обратной стороны вот такой вот крестик малик. Веселый. Этот лист называется «Звезды». Тыльная его сторона вот такая вот красивая. Насыщенный синий цвет. Очень здорово. Лист под названием «Космолеты». С этой стороны желтый, вот фиолетовую точечку. Этот лист называется «Темные линии». С обратной стороны он фиолетовый, в точечку. Лист под названием «Монстрики». Веселые довольно монстрики. Здесь у нас такая вот фиолетовая косая. Лист «Вселенная». С этой стороны вот такой вот яркий насыщенный цвет. И, конечно же, лист с карточками. Он так и называется, карточки. Он англоязычный. Здесь есть карточки вертикальные, есть горизонтальные карточки, просто с текстом, с рисунками и с местом для записи. Очень удобная вещь. Я все время использую в своих работах. Мне безумно нравится. С обратной стороны вот такой вот салатовый в точечку. И, конечно же, лист с фразами, либо словами. Разные цвета, разные фразы. Moon, space, и тому подобное. Monsters, your star, little man. Очень классно. Мне безумно понравилось. Такие вот у нас яркие, забавные, красивые листы. Что могу сказать? Также к набору данной коллекции наш производитель подумал обо всех и предусмотрел два листа русскоязычных. То есть это карточки аналогичные, но на русском языке. С обратной стороны красные, в белую точку. И лист с фразами и словами на русском языке. Здесь желтый, в белый такой вот крестик. Это что касается бумаги. Я хотела показать вам, продемонстрировать какой-то рисунок. Пускай это будет, например, вот этот лист. Хочу показать вам насыщенность, плотность цвета. Чипборд. Он есть на английском и на русском языке. Я буду вам показывать тот, который на русском языке. У него также есть такая вот упаковка с литой, которую вы можете использовать повторно. Он отлично весь достается. У меня ребенок любит его потом как пазл складывать обратно. Вот такой вот замечательный чипборд. Набор с высечками.
наборе их 49 штук. И они вот такие вот, и звезды, планеты, и монстрики. И есть у нас вот тут вот фразы. Фишки. Их в наборе у нас 4 штучки. Они приклеены на такую прозрачную основу для того, чтобы удобнее было хранить. Вот такие вот 4 фишки. В этом наборе у нас есть эпоксидные наклейки. Их на более 16 штук. Они также приклеены на вот такую вот основу. Здесь их две. Одна сверху, вторая снизу. Чтобы не царапалась поверхность, чтобы они были у вас гладкие и красивые. Я покажу вам их поближе. Форматом 20 на 20, вот с такими вот конверсиками, которые вы можете просто вырезать и использовать смело в ваших работах. Лист так и называется конверт. Собрать на сторону в такую вот черную звездочку. Такой вот замечательный набор у нас с вами. Я уже с нетерпением жду, когда появится время для того, чтобы сотворить для данного обзора еще и работу какую-то. Какую-то хочется большую, такую глобальную, может быть, какой-то фотоальбом. Спасибо вам за то, что вы с нами. Вы вдохновляете нас на новые коллекции, на новые обзоры, новые проекты. Всегда рады вам, рады вашим советам, комментариям. Вдохновляйтесь с нами вместе. Приходите к нам в новые проекты. Будем рады.